Праздник Масленицы имеет давнюю народную традицию, восходящую к древним славянским верованиям. Обычно он сопровождался всенародными гуляниями, щедрым столом, забавами и сжиганием чучела зимы. Позднее этот языческий праздник со всеми атрибутами был признан церковью. В наше время многие не задумываются о происхождении праздника, а просто веселятся и наслаждаются его обычаями. Так поступили и в Развилковском сельском поселении. Совсем маленькие с каждой секундой становятся все меньше и совсем растворяются серые мгновения зимы. Пришло время ярких красок и настроение соответствующее. В поселке Развилка шумными масленичными гуляниями провожали зиму. Масленица – это окончание зимы, и когда все празднуют и едят блины. Здорово, что зима кончилась, будет весна, и можно кататься на роликах, на велосипедах. На центральной площади поселка собрались и дети, и взрослые, ведь всем хочется праздника. Это вообще у нас любой праздник на Развилке – это, как сказать, дружба, веселье. И радость. Все мы сплоченные. Так что спасибо вам большое. Как в старину, так и ныне главное угощение на Масленицу – блины. Всю неделю посельчане пекли из гречневой или пшеничной муки тоненькие и потолще круглые ароматные блинчики. Что любите делать? Мы со всеми, с начинками. И повидло, и творог, и мясо, и капуста. Совсем. Со всеми начинками. А любите гостей встречать, угощать блинами? Да, да, это уже наша традиция. Блины. Очень даже все, не знаю, сколько пингвинов, весь поселок сыт блинами. Большое всем спасибо за это, мы довольны очень. Праздник проходил бурно и весело. Песни, конкурсы, зажигательные музыкальные ритмы. Преимущественно юные жители поселка, ни капли не смущаясь, отдавались танцу. Мне очень нравится праздник Масленица. Я люблю Масленицу. Мне понравилось, как мы танцевали, играли. Блины кушали? Да. И чай вкусный был. Мне нравится то, что тут сюда идут всякие конкурсы. Сюда соревнования какие-то. А ты сама участвуешь? Да. Ну, вот я во многих участвую. А сегодня что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось тянуть канат. Конечно же, масленичные обычаи и печь блины, и сжигать чучело любимы многими. Но самое приятное в этот день – предвкушение чего-то нового и светлого. Лариса Вольнова, Константин Брылов, Наталья Буслаева. Видное ТВ.